Гомельская область в этом году должна показать высокую культуру земледелия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая совхоз «Исток» Рижского района. Особое внимание эффективному ведению производства и поддержанию высокого уровня технологической дисциплины. Так, глава государства потребовал навести порядок с расходованием топлива при посевной кампании. Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии и ходе весенне-полевых работ. В Гомельской области засеяно уже более 40% площадей, а по всей стране примерно треть. Президент посетил также предприятие «Речица Древ». Здесь налажено современное производство ДСП и мебели. Александр Лукашенко пообщался с коллективом. Среди затронутых тем – безопасность, развитие малых городов, перспективы деревообработки в Беларуси и рост заработных плат. Электронные паспорта появятся в Беларуси в 2019 году. Прототипы ID-карт продемонстрировал сегодня министр связи и информатизации. Чип будет содержать биометрические данные владельца. Это будет внутренний паспорт, систему идентификации гражданина свяжут с общегосударственной автоматизированной системой. Это позволит предоставлять различный набор электронных услуг и даже использовать ID-карту как платежный инструмент. В Национальном музее Казахстана открылась выставка «От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока». Это проект Министерства иностранных дел. Экспозиция объединяет культурное пространство Запада и многовековые традиции и обычаи Востока. О широком географическом охвате и разнообразии точек зрения говорит участие художников из 28 стран. Среди них как признанные мэтры, так и молодые художники.